Всех приветствую на своем канале. Я так поняла, сей образ вам полюбился. Правда, мне сейчас сказали, ну, может, не сейчас, но прочитала я сейчас. Камень течет по поводу моих плечей. Я даже Тиме написала с вопросом по поводу плечей, потому что я что-то не догнала, в чем прикол. Что там не так с этими плечами. Но видос, правда, будет посвящен вот тому, что вы тут видите. Я надеюсь, что это видно. По ссылке от моей подписчицы, которая попутно еще и блогер. Звать ее Даша, но YouTube на имя, то есть Сиси Шмидт. Когда она мне ВКонтакте написала, что она блогер и хочет послать, типа, как блогер блогеру посылку, я пошла гуглить в Яндекс на Ютубе. О, будут, наверное, комменты гуглить Яндекс на Ютубе. Имя Дарья. В общем, гуглила, ничего не нашла, потом забила, думаю, ладно, может быть, там она в посылке как-то объяснит, каким именно, ну, кто она там. Ник ее блогерский, что-то спрашивать как-то было, думаю, может, она где писала, я такая склеротная, рассеянная пряза была и не помню. В общем, была такая небольшая коробочка, бумажкой такой интересной зафигачена, и подписано там, значит, за счет. Я потом скину, наверное, ВКонтакте фотку, в общем, там было на ленте написано Тверская область. Я давно что-то уже посылки не посылала, не знаю, может быть, если от Ярославля, от нашей области посылать, то будет наклейка, там, при тебе будут зашпиговывать и напишут, типа, там, Ярославская область. Но я вот уже несколько раз за последние полтора месяца была на почте, там пару раз как-то по мелочи, ну, на транспортную карту деньги кидала, тут посылку забирала, и... Захожу на почту, у нас в Галях народу вообще нет, ну, не знаю, там, мир сошел с ума, медведь в Африке сдох, как Женька говорила, белый медведь в Африке сдох, или еще что-то, но так вот получается, что на почте вообще нифига нет, там мне какое-то банковское отделение открылось, хотя у меня лет 5 назад я оформляла на почте почтовую карту Почта Банк России или что-то такое, не именная, но она какая-то такая там, помню, гемор был, мне тупо надо было через человеку надо было мне как-то деньги перевести, а мне надо было их как-то вывести. С этой карты можно было снять только минимум 3000, от 3000. В общем, я тут немножко, как обычно, отвлеклась. Васки ФМ мне требуют, значит, это второй раз уже какие-то там, ну, запросы там на какую-то определенную тему, там вообще профили открыты, ссылка в инфобоксе стабильно сейчас под последними видео она есть, а потом когда-нибудь руки дойдут везде эти, редактирую описание под видосом, блин, у меня там 550, по-моему, видео на канале, вообще, офигеть. Ну и, короче говоря, просили там, как бы, что, люди пишут, что, типа, сегодня у меня человек там написал, что заколебали обзор, а у меня все обзоры, я пишу, вот, извините, сейчас будет обзор, вот эту посылку буду обозревать. Рекламу девочки сделала, там, Сиси Шмидт писала, блогер. Ну и ссылка, конечно, на ее канал будет в инфобоксе под этим видео, и, наверное, в видосе я сделаю еще ссылку там на видос по ссылке, которая ко мне посылалась. А еще на страничке канала, там, по-моему, то, что мне нравится, ну, где там лайки оставила, должно видно быть там видео, которые мне понравились, или что-то там вроде, как-то так. В общем, пришла мне эта посылка, я вчера ее распаковала, но у меня вчера вообще, честно, во-первых, я сегодня работала, завтра работаю, послезавтра работаю, мне совершенно не было времени, поперлась в сад, у меня вообще висит перевод, мне дико хочется посмотреть аниме, которое я сейчас смотрю, вот фоном, пока ногти красила, смотрела этот Инуяся. Пёс-демон у меня долго висела в закладках, тут недавно ткнулась. И я так поняла, что я люблю вот такое вот... Ну, что-то такое вот оно мне напоминает таинственную игру или что-то в этом роде. Тут, по-моему, более прикольное. И там 167 серий, как выяснилось сегодня. Я на работе сидела, с телефона глянула в Википедию, там, значит, сколько-то серий, сколько-то там еще бонусов. Ну, короче говоря, в общем, мне, с одной стороны, дико охота посмотреть аниме, с другой стороны, надо делать перевод. Во вторник, ну, ко вторнику, наверное, к среде, к утру, ко вторнику вечеру, я думаю, сделаю его каким-нибудь образом. И надо еще писать видос. Ну и, в общем, сегодня я поняла, что... Вчера я поняла, что я его сделаю когда-нибудь там потом. А потом я увидела этот видос, ну, в смысле, ткнулась, забила в поиск имя Сиси Шмидт на Ютубе, вышла на ее канал. Да, Даша, привет и спасибо, значит, и посмотрела видос и поняла, что надо, наверное, записать в ближайшие дни эту обзор, а то конфетку-то я уже начала есть. И когда я вдруг и заряжу записать обзор, конфетки-то уже не будет. В общем, здесь у нас было письмо читать не буду. Ответ на письмо напишу, постараюсь в ближайшие дни. The Tiger Forever.
И по диагонали. Вот это мне так прикалывало, то такое. Короче, интересное письмо. Такое вот. В два листа. И что у нас тут было? Ну, я там фотку сделала, у меня на странице канала там фотка есть, и репост того видео от девочки. И, в принципе, там видно, что там на фотке, да? В общем, вот это я сейчас все-таки вскрою, хотя мне девчонки, кто-то или Аленка, или Настя Лукьянова, кто-то из них дарил вот такую вот, или я сама покупала, уже не помню. Оно у меня стоит в запасах и никак не откроется. То у нас вот вторая у меня такая баночка будет. Organic Kitchen, розовая мочалка, очищающая скраб для тела, букет пионов и органическое розовое масло. От Organic Shop. 100 мл. У меня такое уже было, это и вот я заказывала в феврале на Озоне. Этот шампуньку и маску. Еще у меня гелик, Аленка точно, помню, дарила гелик какой-то там такой, в такой маленькой баночке, я его еще не открывала. Вот сейчас я попытаюсь ее вскрыть, может быть, даже завтра ей повезет, и я ее попользую под душем утром. О, слушайте, я отломала. У меня всегда так проблема с этими вот с подобными крышками. Иногда вот покупаете какую-нибудь там рыбку, она вот так пришпандорена. И все ругательства мира вспомните, которые известны, пока открываете. Вот это чисто вот у меня. И ножом, и так. За какой хрен так зафигачили эту рыбку? Пока вскроешь, год пройдет. О, вот я вскрыла сейчас вот. Блин, вкусно вообще пахнет. Оно напоминает такой вот мусс. Я не знаю, как у вас там предки, ваши родственники там, или вы сами делали. Вот у меня мама делала такое. Мне очень нравилось клюквенный мусс. Бабушка потом делала и Катюня. Ну, тетя моя. Там, по-моему, манка и клюква. И вот как-то, ну, я не знаю, как делается, вбивается. И вот по виду оно вот так же выглядит. Я когда открыла, вдруг поняла, что я бы его еще чуть-чуть бы и, наверное, съела. Начала бы пробовать. Хотя я вроде сытый. В общем, наверное, раз уж я его вскрыла, то я, наверное, его завтра попробую, если не забуду. В ванну поставлю на видное место, чтобы не забыть. Так, вот тут у нас был гель. Я так поняла, что это тот гель, который... Та вещь, которую Даша собиралась, но не была уверена, что найдет. Ну и, короче говоря, это у нас и Фреше, Жадан Дюмонт, и бодрящий гель для душа. Кто это у нас? Флоридский грейпфрут. Я, кстати, вот люблю вот эти цитрусы все, грейпфрут. У меня какой-то в запасах стоит. Может, я его уже уделала, может, еще стоит. Но какой-то вот из них мне вот такие, в общем, нравятся. Да. И пахнет он грейпфрутом. Или у меня стоит не вот этот, не плоский, не Жордан, а какой-то другой. Но какой-то эфрашевский с грейпфрутом у меня что-то есть. И такие я периодически тоже покупаю. В общем, ну и благодаря Даше я к эфраше еще больше не сунусь. У меня на один гель для туши от эфраше стал больше. Тоже спасибо, конечно, с удовольствием буду пользоваться. Вот эту штуку я видела в каком-то из наших угрических магазинов, по-моему, в Атаке. Когда я искала подарок Аленке... И думала, ну чё б такое. Когда смотрела все подряд, высматривала, чё б такое вот, чтоб ткнуло меня, что вот это вот именно хочу ей подарить. И видела я вот что-то, или такую же воду, или что-то вот от этого комплимента. В общем, комплимент я где-то его уже видела, но руки не дошли купить. Вот мне у человека руки дошли подарить. Мицеллярная вода с экстрактом василька для снятия макияжа, тонизирования, укрепления, лестниц подходит для чувствительных глаз. Гипоаллергенно, без отдушек. Я ее еще пока не вскрывала, но буду с удовольствием пользоваться, потому что у меня заканчивается молочко от Насти, зарезка от фирмы Модум белорусская с розой, там совсем чуть-чуть осталось, а я им стабильно смываю свои эти помады или блески, если не умывалкой, то им. Вот как раз на смену молочка будет у меня мицеллярка. Тимекс. Сделан в России. Трио, Стелла, кстати, вот тут манго, которую я сейчас перевожу, там как раз у нас есть там такая Стелла, которая попутно сэра сам. Но так как мы взяли, это была кем-то брошенная, так понимаю, манго, я с третьей, как с главы перевожу, и я только уже потом поняла, что в японском все-таки сэ, наверное, с е, хотя с э, фиг знает, я сегодня случайно открыла для себя три новых каны, которые у меня в тетрадочке по японскому есть, а в учебнике и словаре японского нифига нет. И вот наш японист мне ткнул там про одну ссылочку, вот я опять отвлеклась. Ну, кто хотел болтологическое видео, вот вам болтологическое видео. Тут у нас еще этот мисс Диор, кто-то у нас туалетная вода, я вчера ее даже спрыснула.
Блуминг букет или что-то в этом роде. Свежий цветочный букет из пиона и роз. Бла-бла-бла. Кстати, вот я вчера прыснула, и мне вот запах показался знакомым. Сейчас прысну еще раз. Блин. Учитывая, что на мне тут трое духов вообще до сегодня. На мне, значит, какая-то там лимитка Натюрель с утра была. Потом на работе у меня стоит, я его еще нарекомендую, обозвала аромат солнца. Эйвон Мизерель. Что-то там на Мэя Блэк. Месмерайз Блэк, во. И еще там какой-то пробник мне Аленка давала, дарила. Букет Амур, что ли, от Фаберлика. И вот это четвертый уже. Я его что-то под конец работы открыла понюхать. Ну, что-то у меня, в общем, смесь у меня тут духов. Ну, вот он разнюхался. И вот он мне чем-то таким знакомым пахнет. Что-то такое было у Фаберлика, мне Аленка дарила. По-моему, он похож на Каори, во. Он похож на Каори. А еще на уже снятость, я не знаю, у меня вроде еще она есть. Пион и Фрашевский. В общем, прикольная вещь. Спасибо. Заюзаю, конечно же. Так, обратно засовывайся. И вкусняшка. Ну, оно уже у меня, понятно, распечатано тут. Это такой вот этот, типа, петушок на палочке. Кажется, он назывался Петруша, в кавычках, с абулом. Ну, сам-то по себе он у меня, по-моему, уже в 2 раза уменьшился, я его вчера достала, сегодня с чаем пила, вам показать оставила половинку. Арбузик такой, арбузный. Так, ну и что, я вроде все обозрела, да? Я ничего не забыла. В общем, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Да, еще я глянула канал Сиси, я вспомнила ее ник, она мне тут где-то написала камень, я его упер, не помню, что она написала. Я знаю, что иногда бываю уставшая жизнью, убитая жизнью делами, и могу что-нибудь вякнуть. Я очень надеюсь, что я ничего такого вякающего в камень ты не писала в ответ на какой-нибудь ее камень. В общем, я так поняла, что она записывает видео каверы на какие-то песни. Максим там у нее происходил. Максим, который вот эта певичка. Вот у меня в голове крутится песня какая-то, и научить больше не плакать. Может быть, это та самая. Короче говоря, я так поняла, что она специализируется в основном на каверах песен. И если вам интересно, проходите по ссылочке, смотрите, ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты, выражайте там свою какую-нибудь критику вменяемую. Ну и подписывайтесь на канал, и, короче, мне, в принципе, его голос понравился. Ну, я смотрела по аватарке вот то, что ВКонтакте висит фотка, и то, что на видео, у меня небольшой диссонанс произошел, у меня почему-то вот, ну, как бы другой ракурс лица и на фотографии. У меня ощущение было, что вообще разные люди, 2 человека разных. Хотя вот наш японист, с ним общаешься, он, ну, даже чисто по фоткам там страниц, в принципе, открыто можно полазать. Совершенно куча ощущений, что там как минимум 2 человека уживаются в одной тушке. В общем, вот такое у меня видео. Я время даже не заметила, хотя телефон сюда приволокла. Я надеюсь, вам было интересно. Даже если не было интересно, то я надеюсь, вы досмотрели до конца, чтобы получить от меня положительные эмоции. Мне там в комментах человек про плечи говорил, что написал, что типа как это досмотреть до конца или что-то в этом роде. Ну, вот допустим, я смотрю видео какое-нибудь у кого-нибудь, даже у Аленки, если мне что-то не интересно, то я тупо не досматриваю до конца. Или иногда вот что-то ищете, да, вот смотрите видос, да, и вот иногда вот мне хватает 30 секунд максимум, чтобы я не осилила до конца, и да, и вот 30 секунд прошло, все. Я врубаюсь, если был какой-то странный звук, это у меня кот куда-то забрался. Так как на холодильнике у меня сейчас баррикада, то, видимо, на холодильник он не добрался. Я надеюсь, что... Нет, он добрался до холодильника. В общем, всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока.